Сегодня Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Есть ли шанс изменить статистику в лучшую сторону? В Барнауле есть больные гонконгским гриппом. При этом, по словам медиков, пик заболеваемости еще не пройден. Вторая по счету постановка Стебунова. Почему Иван боялся браться за Вырыпаева? Я не знаю, как я сам бы на месте артиста себя вел бы. Ох, как это сложно действительно все учить, потому что это абсолютно километры монологов. Добрый вечер. В студии Татьяна Голубева. Некоторые темы уходящей недели мы сегодня обсудим с нашим гостем, директором российско-американского противоракового центра Андреем Шаповалом. Здравствуйте, Андрей Иванович. Здравствуйте. Сегодня Всемирный день борьбы против рака, и судя по данным статистики, каждый год в нашем регионе выявляют 10 тысяч случаев новых злокачественных новообразований. Традиционно в борьбе с онкологией, ну и вы, и я, и все знают, используют лучевую химиотерапию. Вот, к сожалению, нередко больные как раз не выдерживают химию. Я знаю, что именно ученые вашего центра считают, что можно победить рак и без химиотерапии. Вот вы именно этим сейчас занимаетесь? Да, мы только что получили финансирование от Министерства образования и науки как раз на разработку лекарственного препарата, который будет использоваться для иммунотерапии онкологических заболеваний. То есть этот препарат, мы надеемся, сможет стимулировать иммунную систему непосредственно пациентов, которые иммунная система уже будет бороться с онкологическим заболеванием сама по себе. Такие препараты есть, но наш препарат, он немножко отличается, потому что мы его хотим сделать на базе синтетических пептидов, что, на наш взгляд, будет более эффективно для терапии онкологических заболеваний. Угу. Долгая работа вам предстоит? Длительно. Вот этот проект, он рассчитан на 3 года, но мы не ставим перед собой задачу, что за 3 года сделать препарат. То есть этого времени совершенно недостаточно. Мы надеемся, что по истечению срока финансирования, через 3 года, у нас будет прототип препарата с уже с выявленными эффективными функциональными свойствами, который может быть использован для модулирования иммунного ответа. И уже этот препарат мы сможем передать нашим онкологам для дальнейших испытаний. Ну, смотрите, 3 года вы сейчас будете заниматься, да, этим препаратом и дальше передадите. Как вы считаете, когда, допустим, больные, да, онкологии могут уже на себе испытать действие этого препарата? Ну, сколько лет должно для этого пройти? По моему опыту, я знаю, что такие препараты такого класса разрабатываются в течение... Первый препарат этого класса был разработан в течение 15 лет, то есть ушло. Наш препарат уже из этого класса, мы надеемся, что уйдет гораздо меньше времени. То есть здесь вопрос даже не столько в экспериментальной работе, которую мы должны будем завершить, а в получении разрешения, проведении клинических испытаний, которые требуют огромного отряда специалистов разных квалификаций и совершенно другого уровня финансирования, конечно, и участие нескольких онкологических центров. Хватает ли вам людей, да? Вот вы сейчас сказали, что огромное количество людей требуется, огромное количество денег требуется. Хватает ли этого всего, техники? Конечно, нет. Здесь в Барнауле очень остро ощущается нехватка специалистов именно в научном плане. То есть очень трудно, наверное, привлечь сюда специалистов высокого класса, которые могли бы... Отдаленность, да, большая? Я думаю, что это проблема всей России. То есть здесь это не только... То есть очень неравномерно идет распределение и средств, потому что районы наши не так хорошо финансируются, как центральные части России, поэтому в этом одна из причин. И, наверное, в общем, общий психологический настрой, что ли. То есть люди в России не привыкли, наверное, ездить из одного места в другое, особенно не будут возвращаться из крупных центров в более мелкие центры, что, на мой взгляд, неправильно. Понятно. Но все-таки шанс... Тот, который ждут очень многие люди, ну, это лет, наверное, 15-20, да, чтобы препарат такой появится. Я думаю, что да, да, в районе 15 лет, наверное, этот препарат сможет быть использован для широкого применения. То есть наверняка клинические испытания на небольших группах пациентов, они могут начаться гораздо раньше, но для более широкого, для, скажем, применения, для коммерческого применения этого препарата уйдет наверняка 10 лет. Будем ждать, что остается. А вам удачи. Мы будем стараться сделать это как можно быстрее.
А мы продолжим. По информации, на вторник на Алтае зарегистрировано 10 лабораторно подтвержденных случаев гонконгского гриппа. В основном вирус выявлен у жителей Бийска и Барнаула. Между тем, специалист регионального управления Роспотребнадзора прогнозирует, что больных будет еще больше. Пик заболеваемости ОРВИ и гриппа еще впереди, рассказывает Ольга Калачева. В этом коридоре 42-й гимназии непривычная тишина. Из-за массовой заболеваемости детей 5 классов закрыли на карантин. Но это не значит, что школьников отправили на каникулы. Новый материал каждый из них теперь изучает дома, а потом отчитывается перед педагогом через интернет. В школах не скрывают, такая форма обучения для учителей и детей тяжела вдвойне. Здесь можно пообщаться с одноклассниками, здесь есть возможность, спросят или не спросят, а находясь дома, ты обязан выполнить абсолютно все задания, которые дают тебе все учителя. Тем не менее, в данный момент на дистанционное обучение полностью перешли 28 школ края. Еще в 74 таким образом обучаются отдельные классы. По прогнозам специалистов, на следующей неделе количество закрытых на карантин резко возрастет. Только за прошлую неделю в крае зарегистрировано больше 26 тысяч случаев ОРВИ. И впервые с момента объявления карантина 10 лабораторно подтвержденных случаев гонконгского гриппа. Между тем, участковые терапевты – этот диагноз не спешат ставить, утверждают пациенты. Точный диагноз гриппа мы можем поставить только при лабораторном подтверждении. Не отправляете? Мы отправляем, но это единичные. У нас по приказу идут тяжелые случаи гриппа, которые мы должны брать. Но это с одной стороны. А с другой стороны, обычно тяжелые случаи мы госпитализируем. Только за прошлую неделю в больнице края было госпитализировано около 650 человек. С каждым новым днем армия больных будет увеличиваться, утверждают специалисты. Пик заболеваемости они прогнозируют на следующую неделю. Ольга Калачева, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Андрей Иванович, ну я понимаю, что вы поглощены работой полностью в вашем противораковом центре. И все-таки, как ученого, хотела вас спросить. Очень много сейчас противовирусных препаратов, да, которые продаются в наших аптеках. Стоят они недешево. А насколько они эффективны? Потому что люди-то все равно их покупают, несмотря на стоимость. Мне трудно, я не врач, мне трудно оценить, конечно, эффективность этих препаратов. Но я, как, наверное, иммунолог, мне больше нравится использовать препараты, как интерферон. То есть, который, наверное, более естественно стимулирует. Опять же, то есть, возвращаясь к вопросу иммунотерапии, они стимулируют естественным образом, стимулируют иммунную систему, дают возможность организму самому справиться с вирусом, вместо того, чтобы глотать килограммами лекарства. Ну и, конечно, есть обычные меры профилактики. Это мыть руки, маска. И я, наверное, порекомендовал бы людям, которые чувствуют себя плохо в этот день, просто просидеть 2-3 дня дома, если есть возможность, чтобы не заражать других. То есть это, на мой взгляд, очень эффективная мера. Ну вот лично вы, да, вы же все равно тоже живете здесь у нас и наверняка каким-то образом для себя профилактику проводите. Что вот у вас самое главное в профилактические какие средства? Ну, вот то, что вы сказали, да? Да, как интерферон, я думаю, что это одно из таких средств, которые и мытье, регулярное мытье рук. Ничего нового еще не изобрели? Нет, нет. В этом смысле? Опять же, многие люди работают над препаратами противовирусными в разных лабораториях и в России, и за рубежом. И мы надеемся, что будут какие-то более эффективные препараты, но наверняка обычные средства гигиены, которые мы используем, это будет единственное, что действительно может нам помочь и спасти. Ну, спасибо. Впервые за всю историю нашей рубрики «Народная новость» к нам обратились водители автобусов. Речь идет о маршруте номер 2, следующем от поселка Ильича до Новосиликатного. По словам профессионалов руля, дорожные службы плохо справляются с расчисткой дороги в Борзовой заимке. Движение по маршруту стало аварийно опасным. Подробности узнавал Алексей Янкин в минувший четверг. Андрей 30 лет за рулем, настоящий профи своего дела и к тому же джентльмен на дороге. С пассажирами вежлив, всегда готов пропустить тех, кто спешит. Как он сам говорит, за спиной 40 душ и поступать иначе совесть не позволяет. Однако едва колеса минуют переезд перед Борзовой заимкой, хладнокровие покидает бывалого шофера. Вот из-за снега получается, насколько заужена дорога. Красса по утопающей в снегу обочине и тормозить перед встречным потоком машин, автобус «Двойка» вынужден почти на всем протяжении маршрута через Борзовую заимку. Пока мы ехали по поселку, наш автобус раз 15 делал остановку. Если бы местные жители не устраивали вот таких карманов, то здесь разъехаться было бы очень проблемно.
Зауженная дорога увеличивает время проезда по поселку примерно на треть, говорит Андрей. Это если не произойдет ДТП. Они здесь у автобусов случаются регулярно. Андрей сам из-за затрудненного разъезда попадал в историю. Стойка зеркала у меня сломана, когда мы с КамАЗом зеркалами цепанулись. Об этом еще шеф не знает. Вот, кстати, эта работа не моя. Это работа другого водителя двойки. Как говорит начальник по эксплуатации маршрута Максим Козицын, забор пострадал во время очередного разъезда транспортных средств. Получается, что дорога не только таит угрозу для водителей и пассажиров, но и бьет по карману пассажироперевозчиков. Зеркало самое дешевое – 500 рублей. И я и говорю, в неделю это 3-4 раза сбивают зеркала. Обращения перевозчиков неоднократно поступали в городской дорожный комитет. Парируя их, чиновники говорят, что невозможно одновременно вывести весь снег с улиц города и его поселков. Но до Борзовой заимки очередь дойдет. Работы запланированы, будут выполнены до 10 февраля, потому что за один день там весь объем не вывести снега. То есть это в несколько дней будет выполняться. В ходе работ дорожники намерены расширить проезжую часть главной улицы в Борзовой заимке до 6 метров и вывести снег, который сейчас складируется на дороге. И может быть тогда водители второго маршрута больше не будут хмуриться, заезжая в поселок. Алексей Янкин, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Я так поняла, вы мне сейчас сказали, что у вас тоже есть проблема, вы живете на Лебедевского, да, и... Я каждый день хожу по этой улице, и там действительно пешеходу совершенно негде пройти. То есть там мало. Я понимаю, что дороги не чищены, но куда деваться человеку? Во-первых, темно, когда идешь вечером, и во-вторых, совершенно нет пешеходного перехода. Его вообще там нет, и сейчас он все завалено снегом, когда можно, летом можно пройти там по траве, где-то, а сейчас совершенно невозможно. Это каждый день такая опасность. Я так понимаю, что это все-таки у вас вызывает удивление, такое количество снега на наших дорогах и в наших дворах, потому что вот американцы, вы жили 20 лет в Америке и жили не в теплом регионе, они как-то справляются с этим? Вот как они справляются? Как это им удается? Да, вот я знаю, что с этой бедой можно, со снегом можно справиться, потому что действительно в таких заснеженных районах, как Миннесота, где мы жили в свое время, там действительно дороги почище, гораздо чище, и особенно дороги для пешеходов. То есть они всегда расчищены, и есть возможность. Но там справляются этим, люди сами по себе справляются. То есть владельцы частных домов, это их обязанность очистить дорожку для пешехода. Это первое, что делает владелец дома утром, зимой. Это встает и расчищает дорожку для пешеходов, чтобы школьники могли пройти до школьного автобуса и пробраться. Если люди живут в съемных квартирах, то за это отвечает та организация, которая сдает эти квартиры. Угу. Я так понимаю, что городские власти занимаются очисткой только больших дорог. Магистрали. Да, да, которые, в общем, сдвигают снег. А те вот места, если это частные квартиры в этом доме, то с людей берется дополнительная плата для того, чтобы поддерживать в состоянии двор, очищать от снега зимой, либо подстригать траву летом. Ну вот я еще хотела спросить, у нас недавно в редакции возник спор, но вы уже почти ответили на мой вопрос, да? И стоит ли помогать коммунальщикам в их борьбе со снегом? Потому что вот кто-то у нас считает, что почистить место под свою машину или под машину соседа в своем дворе, ну, легко. А кто-то говорит, ну, пусть коммунальщики занимаются этим. Вот вы какой точки зрения придерживаетесь? Ну, я уже, как сказал, наверное, все-таки я бы придерживался о том, что владельцы должны... ухаживать за своим местом, будь то это место для стоянки машины, либо тот тротуар, который должен быть около дома. Я считаю, что все-таки это... Нет ничего в этом зазорного, помочь взять лопату, да? Я считаю, что, в общем, это обязанность. Не то, чтобы без собственного вложения наверняка невозможно будет решить эту проблему. Ну, спасибо вам за ваше мнение. Профессиональный праздник на этой неделе отмечали те, кто делает нашу жизнь прекраснее. Ювелиры более 10 лет этой профессии обучают в Алтайском политехническом техникуме. Почему на ювелира все чаще идут учиться девушки? И можно ли стать профессионалом за несколько месяцев, узнаете из сюжета. Этих ребят еще рано называть профессиональными ювелирами. Хотя простое обручальное кольцо они уже могут сделать легко. В основном сюда приходят учиться после 9 класса. Здесь же осваивают оставшуюся школьную программу и приобретают навыки профессии.
Думаю, что когда-нибудь я сделаю диадему, но сейчас у меня как бы мало опыта, и я думаю, у меня это сейчас не получится. Но, возможно, моей дипломной работой будет диадема. Есть несколько профессий, в которых гармонично и действительно к месту приходятся мужчины. Хорошие хирурги, как правило, представители сильного пола, считается, что и ювелиры тоже. Но учиться гнуть из металла колечки и сережки в основном идут девчонки. И это уже тенденция, говорит мастер производственного обучения Эдуард Черемисин. Перспектива работать дальше ювелиром мало, но работать, допустим, в ювелирных салонах, продавцами, консультантами и так далее, здесь уже очень большая у них. А вы можете отличить изделие, парень это делал или девочка? Нет, невозможно. Чтобы быть хорошим ювелиром, должно быть призвание, убежден Эдуард Евгеньевич. К примеру, он сам долгие годы был военнослужащим, носил погоны, но понял, что хочет работать руками и создавать красоту. Наш коллега Александр Морозов тоже стал ювелиром, уже будучи профессиональным видеооператором. Он участвовал в конкурсе «Журналист меняет профессию». Профессию не поменял, а лишь приобрел. Мне бы, правда, хотелось бы дальше продолжать заниматься этим делом, потому что это очень интересно. А почему сейчас не занимаюсь? Просто пока некуда поставить тот же столик, на котором просто можно было этим заниматься. А в будущем, я думаю, что у меня как хобби, я думаю, ну точно это будет. Елена Кузовкина, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». Ну, вот мне кажется, у ученых вашего центра тоже своего рода ювелирная работа. Вот центр называется российско-американский. Действительно ли работаете совместно? Да, обстановка ведь довольно напряженная сейчас между нашими странами. Ну, как говорится, наука не знает границ. В общем, те знания, которые мы получаем в США и в России, то есть это идет совершенно свободный обмен, и мы общаемся с нашими американскими коллегами на ежедневной практически базе, либо по электронной почте, либо по звонкам. На следующей неделе у нас запланированная скайп-конференция, поэтому, в общем, те политические катаклизмы, которые кто-то, вероятно, индуцирует, они нас мало касаются, и, в общем, у нас уже сотрудничество идет на протяжении 3 лет, и я считаю, что, в общем, это достаточно большой срок, который можно говорить об устоявшемся сотрудничестве, и никаких препонов американская сторона, руководство университета американского и, соответственно, руководство нашего университета не делают, а наоборот всячески поддерживают наши проекты. Ну и приезжают, видимо, к вам, да, и ученые из Америки, и вы туда регулярно, да, ездите достаточно? У нас проходят стажировки, наши сотрудники ездят на стажировки, приезжают сотрудники американского университета штата Аризона сюда. Поэтому, в общем, идет такой рецепрокный обмен. Угу. То есть все-таки он российско-американский, действительно. Он действительно центр. Российско-американский. Да. А мы переходим к новостям культуры. В Молодежном театре «Алтая» приступили к работе над «Иллюзиями» по пьесе Ивана Вырыпаева. Постановкой спектакля занимается Иван Стебунов, известный столичный актер, а теперь и режиссер МТА. Это его второй спектакль на местной сцене. Будет ли сам Стебунов играть в «Иллюзиях»? И что для него важнее сейчас, актерская работа или режиссерская? Иван рассказал в среду на пресс-конференции. «Обыкновенное чудо» – первый спектакль Стебунова на сцене МТА. Он близок ему и по жанру, и по выразительным средствам. Постановка яркая и игровая. «Иллюзии» современного драматурга Ивана Вырыпаева, напротив, своего рода вызов для столичного режиссера. Иван признался, что изначально ему было немного тесновато и некомфортно, но, встретившись с актерами, понял, что все состоится. Этот материал я когда впервые прочел, у меня как-то очень тогда тремоло пошла, и просто не знал, с какой стороны к нему начали подступить. И тексты Ивана Вырыпаева сложные. Вот. Но потом как-то поборол первый страх, начали работать. И благодаря, спасибо большое артистам, они очень-очень-очень в одну ногу мы с ними широко шагаем. «Иллюзии» – это несколько небольших рассказов-монологов с неожиданными поворотами в сюжете. Будет задействовано всего 4 актера – 2 мужские и 2 женские роли. В пьесе это люди преклонного возраста, но играть стариков в спектакле Стебунова не будут. Скорее отразят свое отношение к истории. Если в предыдущей постановке Иван исполнял одну из главных ролей, то в «Иллюзиях» этого, скорее всего, не произойдет. Это серьезная задача. Я не знаю, как я сам бы на месте артиста себя вел бы. Как это сложно действительно все выучить, потому что это абсолютно километры монологов. В театре уверены, новая постановка Стебунова зрителям понравится, хотя не исключают, что будут и отрицательные отзывы. Премьера «Иллюзий» на малой сцене состоится 3 марта. Елена Кузовкина, Андрей Печоркин, информационный канал «Город».
Ну, бывает ли у Андрея Шповала свободное время, и вы ходите в театры, в наши местные? К сожалению, я пока еще, у меня не было возможности освоить Барнаульский театр, но театр я люблю и надеюсь, что у меня появится возможность. Ну, а в Америке-то ходили в театр? Да, мы ходили на мюзиклы с удовольствием, особенно, в общем, с маленькими детьми, когда все это происходило, на новогодние представления, в общем, это практически американский закон. Поэтому сходите вон хотя бы на иллюзии, которые ставят в МТА. Я постараюсь. А теперь о спорте. Футболисты Барнаульского «Динамо» приступили к тренировкам пока во втягивающем режиме. Занятия в зале планируют чередовать с кроссом на улице. Кирилл Политов смотрел тренировку от свистка до свистка и готов поделиться увиденным. «Динамо», как в том фильме, бежит, точнее побежала. Сегодня первая тренировка после долгого перерыва. Вышли на паркет вот этого комплекса. Это бывшая база завода «Трансмаш». Теперь здесь располагается детская школа «Сине-белых». Правда, само покрытие советских времен изменилось лишь немного. Как говорят сами игроки, это трава, занятия на которых грозят серьезными травмами. Оставляет лучшего. Все, спасибо. За отпуск футболисты набрались сил, правда, в своих желаниях были несколько ограничены. По нашей информации, зарплату за декабрь им выплатили лишь в самом конце прошлой недели. Эту задержку в руководстве объяснили просто, была череда праздничных выходных, и сроки сдвинулись. Не сильно так-то задержали по сравнению с другими клубами в России, так что ничего страшного, потерпели. Выплатили самое главное, все нормально. Возвращаясь к тренировкам, в расположении прибыло 26 игроков, травмированных нет, с командой. Также изъявили желание потренироваться и воспитанники клуба, которые играют сейчас за другие команды. Будут ли какие-то приобретения, пока неизвестно. Варианты есть, вот только все тот же президент клуба пока не спешит. До окончания этого сезона пока разговоров никаких вестись не будет. У нас кадровый вопрос закрыт. Наша сейчас задача посмотреть состояние, физическое состояние и подвести к общему знаменателю команды. Скорее всего, руководство «Сине-белых» сможет договориться с руководителями современного манежа «Темп». Там покрытие уже другое, искусственное. Вопрос, как это обычно бывает в деньгах. Увидеть же «Динамовцев» в деле болельщики смогут уже в эту субботу. Команда примет участие в турнире под названием «Первенство Барнаула по зимнему футболу». Первым соперником в новом 2017-м для «Динамо» станет команда «Волки». Кирилл Политов, Николай Шилко, информационный канал «Город». Можно ли назвать вас болельщиком? Ну, наверное, я не очень сильно болею за команду, но во всяком случае слежу за большими событиями, за чемпионатами мира, за Олимпиадой, естественно, за такими. А в течение сезона я редко смотрю. Ну, а сами спортом, там физкультурой хотя бы иногда? Да, я очень люблю прогулки в лесу, особенно по трассе здоровья, которая идет от лыжной базы «Динамо» до Южного. В общем, у вас там точно недалеко, мне кажется, да, от дома. Ну и в завершении короткий блиц у нас. Ваше любимое блюдо? Мясо по-французски. А ваш любимый напиток? Пиво. И ваше любимое время года? Какое? Лето. Лето? Почему лето все-таки? Не надо на себе носить такое количество одежды зимой. Ну, я тоже люблю лето, в этом мы с вами солидарны. Большое вам спасибо, Андрей Иванович, что к нам пришли. Успехов вам в вашей деятельности. Спасибо. И ученым вашего российско-американского противоракового центра. Спасибо, спасибо за то, что меня пригласили. Да, сюда. Мы ждем, когда все-таки лекарство появится. А я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был директор российско-американского противоракового центра Андрей Шиповал. Отличных вам выходных и будьте здоровы.